Не нужно кланяться. 33-го года. Жены нет. Детей нет. Друзей нет. Живет в квартире родителей. Ни разу не путешествовал. Лудоман. Лицемер. Иди нахуй. Продажи. Иди нахуй. Иди нахуй. Хардкорщик. Иди нахуй. Я хардкорщик. Мостик сделать не может. Я хардкорщик. Не стал. Снова играл в доту за деньги. Даже только что выбрал сложность максимальную. Софткорщик говорит. Походу я знаю, кто это донатит.